Более 40 килограммов наркотических и психотропных средств отправились в огонь. Они являются вещественными доказательствами по 130 уголовным делам. Борьба с наркотическими веществами сегодня выходит на новый уровень. В нее включаются не только наркополицейские, но и чиновники. На поимку наркоторговцев брошены все силы и сожжение опасных веществ – доказательство, что эта борьба приносит свои плоды. Больше всего было уничтожено марихуаны – 38 килограммов. Также сожгли 1500 доз синтетических наркотиков, изъятых по 30 уголовным делам. В огонь отправили и упаковки с героином. В них находилось более 2500 условных доз. В костер также отправились опий, гашиш, гашишное масло, сильнодействующие вещества, а также шприцы, бытовые предметы и посуда, используемые при изготовлении и употреблении наркотиков.